Well then, why? Приветствую всех на своем YouTube-канале. Как всегда, хочу поблагодарить всех за просмотры, лайки, подписки и комментарии. Спасибо, что вы со мной. Для меня это очень важно и важно для развития моего канала. Посмотрите, какой обалденно красивый закат за моей спиной. Честно говоря, очень давно не видел таких закатов зимой. Он просто потрясающий и обалденный. Класс. И я надеюсь, по дороге вы тоже обратили на него внимание. Конечно, немного другим должен был быть этот влог. Но все сложилось так, как сложилось. Я приболел, к сожалению. И видео немножко иное, но это не значит, что оно будет хуже. По крайней мере, закат – это моя любовь. Мы с вами в Несвеже. Едем в гости к Регине. Конечно, должны были по-другому, но ладно, не буду еще раз это повторять. И хочу просто с вами погуляться по рождественскому католическому Несвежу. А вы со мной? Погнали! Друзья, посмотрите, какая красота и какое природное диво. Радуга. Видно и начало, и конец. Просто потрясающе. Все сложилось, как должно было сложиться, правда?
Ну, друзья, вот такой вот небольшой влог получился. Надеюсь, он вам понравился. Подзарядил вас немножко новогодним настроением и солнечным. Если оно вам понравилось, идем. Поддержите меня, пожалуйста, лайком, напишите комментарий. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. И хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, здоровья, успехов. Всего самого хорошего. Пусть ваши близкие будут здоровы и счастливы. И пускай все сбудется. Впереди наш самый лучший год. Увидимся в новом году. Всем счастливо и до встречи. Обнял.